Система обязательного медицинского страхования должна быть внедрена в Казахстане в ближайшие 2 года. Об этом сегодня заявил министр здравоохранения Ельжан Биртанов. Для того, чтобы ОСМС начала работать полноценно, почти 2,5 миллиона самозанятых казахстанцев должны начать платить налоги. Страховая медицина признана одной из эффективных моделей системы здравоохранения. Сейчас система ОСМС функционирует в 16 европейских странах, а также в Турции и Японии. В этих странах сегодня фиксируют высокую продолжительность жизни населения. Есть вопрос большого количества самозанятого населения, которое, являясь экономически активным, работоспособным, не участвует в развитии государства, не платит налоги, хотя работает и, в принципе, обладает неким прожиточным минимумом. Поэтому основная задача, над которой правительство сегодня работает, и мы, министерство, как основной разработчик, это меры по решению данного вопроса, каким образом мы должны вовлечь это население в систему медицинского страхования,